Дорогие друзья, гости и участники телевизионного международного фестиваля конкурса сценического искусства «Южная звезда 2016». Ну, здесь можно и поаплодировать. Мы рады снова видеть вас в хорошем настроении, с улыбками на лицах. Ведь сегодня на нашем творческом небосклоне загорятся самые яркие и талантливые звезды. Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как нет границ для нашей Вселенной, усеянной множеством звезд. Сколько их? Миллионы. Много миллионов. И в нашем городе сегодня зажгутся новые огоньки от выступлений наших ребят на фестивале «Южная звезда». Многие годы партнерами конкурса являются правительство Москвы, Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связи с религиозными организациями города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы, Московский дом национальностей, Московский государственный университет культуры и искусств, фестивальное движение стран СНГ, продюсерский центр «Нон-стоп медиа», город Минск, Республика Беларусь, региональный общественный фонд имени Ивана Семеновича Козловского, город Москва, Ростовский союз детских и молодежных организаций. Вот уже стало доброй традицией. Наши члены жюри дарят подарки всем зрителям и конкурсантам. Встречайте, на сцене артист театра и кино Николай Малаев. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Я поздравляю вас, всех участников. Желаю вам удачи. И, конечно же, мои золотые, мои дорогие, счастья вам и побед! Счастье вдруг в тишине постучало в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Сколько лет? Сколько лет, где ж тебя носила? Споем. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Опа! Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Померз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все, вот это все, не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Оп! Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Замерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было.
как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Спасибо! Счастья и удачи вам! Николай Малаев, ваши аплодисменты еще раз! Для вас поет наш великолепный ведущий Артем Райзман. Встречаем! Дорогие друзья, сегодня, конечно, конкурс. И в первую очередь конкурс – это борьба. И вот эта песня как раз-таки о борьбе. О борьбе, которая сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Добра со злом, плохого с хорошим. И, конечно же, в итоге хорошее всегда побеждает. Прошу. И так стою у жизни на краю. Но лик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, без смерти в жизни жизнь отдай свою. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной пучине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной пучине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Поднимаем ручки повыше. Готовимся к борьбе, готовимся к победе. Если ждут нас годы впереди, и в час беды не смолкнет песня эта, пусть будет много в ней тепла и света, до края жизни с песней найди. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной тишине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной тишине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Нам все дано, поступок, мысль и речь, и только это наша перевластна. Украсить жизнь, чтоб жизнь была прекрасна, своей жизнью, жизнью вековеч. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной тишине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной тишине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Я всем вам желаю удачи! Сегодня для вас поет экс-солист группы «Нана» Павел Соколов. Встречаем! Доброе утро! Южная звезда, как настроение? Я всем желаю побед и быть верными своему делу. Поехали! И музычку можно погромче.
всем и страны чужой. Я мечтал услышать снова нежный голос твой. Ничего не может быть страшней разлук. Но открылась дверь, и что же я увидел вдруг? Такое белое, белое платье до земли. И растерянно глядела ложь в глаза любви. И роняя, я успел сказать: не дай Бог тебе, родная, это испытать. Я бежал, и слезы закрывали свет. Было слишком-слишком поздно изменить сюжет. Такое белое, белое платье до земли. И расти наглядела ложь в глаза любви. Молодцы! Я желаю всем побед! Сегодня будет хороший день! Ой, молодцы! Ты обещала ждать меня, ты говорила, что меня. Спасибо! Павел Соколов! Спасибо! Ну как вам понравилось выступление наших гостей и по совместительству, надо сказать, членов жюри? Свободный творческий полет будет оценивать профессиональное, поистине звездное жюри, с которыми уже, в принципе, наши участники успели познакомиться. Но мы представим вам полный состав нашего многоуважаемого жюри. Наталья Гасташева, народная артистка России, лауреат Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики, профессор, заведующая кафедрой вокального искусства Северокавказского государственного института искусств. Встречаем Наталью Казбулатову. Руслан Брагар, солист Московской государственной академической филармонии, член творческой комиссии Ассоциации деятелей вокального и инструментального академического искусства, вице-президент фонда имени Ивана Семеновича Козловского, заслуженный артист России. Ваши аплодисменты. Татьяна Левкевич, заслуженная артистка России, режиссер-постановщик, доцент Сочинского университета культуры.
прекрасный артист, которого вы уже сегодня видели на сцене, Николай Малаев. Артист театра и кино, композитор, певец, заслуженный артист России. Павел Соколов. Заслуженный артист России. Экс-солист группы «На-на». Сергей Кочемазов. Лауреат премии президента Российской Федерации, член правления регионального общества и фестиваля имени композитора Евгения Мартынова, педагог Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных. Алексей Красноскулов, заведующий кафедры музыкальной звукорежиссуры, профессор кафедры специального фортепиано Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, кандидат искусствоведения, лауреат международного конкурса. Ну что ж, дорогие друзья, и сейчас хотелось бы представить вам человека, который собрал это все воедино, собрал вас, нас, наше уважаемое жюри и вообще организовал этот прекрасный конкурс. Директор фестиваля, заслуженный деятель культуры Российской Федерации Ирина Бочарова. Она с вами в зале. Ну что ж, дорогие друзья, давайте спросим у нашего жюри, готовы ли они к работе, готовы ли вы судить? Да, готовы. Они готовы, всегда готовы. Под ваши аплодисменты мы провожаем их на их законные места. Хотя, однако, надо сказать, что не все представленные члены жюри будут сидеть в этом зале. Жюри разделяется на две команды, и часть нашего многоуважаемого жюри уходит в малый зал на третий этаж, там, где будет проходить у нас инструментальная музыка и академический вокал. Ну, а оставшаяся часть членов жюри будут судить эстраду и народный вокал здесь, в этом зале. Ну что ж, жюри готово к работе. Конкурсанты уже волнуются за кулисами. А значит, мы начинаем! И вы начинаете!